Идет репетиция открытия. Яркое и неожиданное вступление – фирменный знак Мартконтакта. В этом открытии будет занята вся наша молодежь. То есть все актеры, которые пришли в прошлом году в наш театр, были набраны с разных мест. Они будут участвовать в этом открытии. Для них это, наверное, будет и ново, и ответственно, но я думаю, что в этом есть какой-то смысл, есть какой-то момент их обучения, и они себя покажут. Подскажите, пожалуйста, есть лишний билетик? Смотря на что вы хотите, практически ни на что нету. Спрашивают постоянно, поэтому если бы спектакль был 2-3 раза, наверное, тоже бы все продали. В сам день открытия в рабочем режиме проводится пресс-конференция. Неприятная, как тогда оказалось, сообщение – вынужденная замена спектакля «Сталкеры» киевлян на постановку «Бракованные люди». Театр – дело живое, сиюминутное, говорят театроведы, и такие накладки не должны омрачать праздник. Мы хотим, чтобы все те, кто приезжали сюда, они, в общем-то, получали точку творческого роста. Ну и, конечно, одно из таких наших желаний, чтобы и точку творческого роста получали и наши могилевские театры. Я скажу, я ехал и зловил себе на думце, что я хвалююся, и, может, я так уже не хвалювався на встречу с каханкой, як хвалювався, едучи сюди, тому что я уже 11, я с самого початку тут. Я бачу гэты ход, гэты працэс. Первым в афише значится кукольный спектакль по пьесе Максима Горького «На дне» могилевского режиссера Игоря Казакова. Никто еще не предполагает, что этот самый первый спектакль останется одним из ярчайших событий Мартконтакта. Ваш организм отравлен алкоголем. Сикамбр. Я говорю серьезно. Если организм отравлен алкоголем, значит, тебе вредно вести пол, дышать пылью. Макробиотика. Вот официальное открытие. Среди гостей министр Республики Беларусь Борис Светлов. Я поглядел программу, она меня вельми уразила и лишил, что как раз утримливая фестиваль головный свой лозунг, головное свое прозначение, это фестиваль молодых и для молодых, и на мой погляд, что все это будет и цікаво, и будет на самом высоком уровне организационном. Могилевские молодые актеры открывают Мартконтакт при помощи открывалки. Юмор и здоровая степень хулиганистости – то, что ценят в форуме его завсегдатаи. Я удивляюсь, вот уже 11-й год, и сколько хватает у организаторов и у строителей фестиваля фантазии и какого-то такого творческого задора сделать всякий раз открытие неповторимым, красивым, с каким-то юмором, с иронией. Я его помню как в первый раз, так и вот сейчас в 11-й. И очень рада, и желаю, чтобы театр всегда хотел и делал то, что другие театры не делают или ленятся, или забывают, или просто у них не хватает какой-то безумной фантазии, которая здесь есть. Ика, Марика, задунь. Налетели в моему река, река задуй. «Грёзы любви» или «Женитьба Бальзаминова» – второй контакт форума. Спектакль в постановке Григория Козлова и в исполнении Санкт-Петербургского театра «Мастерская».
перед каждым спектаклем волнуемся, а тем более есть фестивальный спектакль. Это такая проверка нас на живость и так далее. Живые мы, не живые. Это каждый раз это как испытание. Но каждый спектакль – это ответственность какая-то, я считаю. Ему лишь бы хохотать благогорно широко. Там человека до смерти закрадут, ему все равно. Васенька, ты что? Нет, ему вообще все равно. Васенька, ты знаешь, это все не образование. Это все не образование. Меня три раза травили. Великолепная постановка. Все это вызвало такие эмоции, запоминающиеся на всю жизнь. Впечатление просто потрясающее. Еще раз хочу сказать, брависсимо классика. Браво, режиссер. Браво, талантливый актер. Варшавская мелодия, контакт номер 3. История о любви, которая остается навсегда. Спектакль представляет Черниговская театральная платформа современного искусства. Любовь всегда актуальна. Всегда и для всех, и для всех поколений, тем более сегодняшнее поколение, которое будет играть на сцене, оно молодое. Вот, как бы оно. Там нет никаких там режиссерских концепций или что-то такое. Все очень просто, легко. Я просто способна к языкам, как всякая женщина. Там уже всякая. Так-то. А что такое способность к языкам? Способность к подражанию. Я права? Именно по этому спектаклю мнения зрителей и критиков радикально разошлись. Откровенно слабым он показался театроведам и вызвал у могилевчан самые теплые чувства. Мне понравились песни, которые там были. И актеры очень хорошие. Спектакль, в общем, мне понравился. Мне больше всего понравилось, как они встретились. Спектакль такой душевный. Вот честно, вот у меня такое было впечатление, что я оказалась вот прямо в это время. Вот много эмоций, захватывающие очень, вот серьезно, вот просто всплеск эмоций. Захватывает все это. Не могу передать словами. Рассказ. Постановка Московского драматического театра «Сфера» по рассказам Василия Шукшина. У нас в стране только два агента, давай на дрочку. Все, больше нету, больше нету. Ты посмотри, сейчас в этом деле назад мы вернули к Харас. Ты посмотри, в городах. Пятый контакт – «Мастер и Маргарита» Варшавского театра «Малабар-отель». Поляки рискнули привести постановку на польском языке с русскими титрами на экране. Прибавьте к этому неожиданный образ Воланда и женские ипостаси Бегемота и Коровьева. Это однако Франц. Франц. С волнением ожидаемый шестой контакт – спектакль «На замену. Бракованные люди» Киевского театра «Золотые ворота». Когда подавали заявки, рассматривали оба спектакля. И «Бракованные люди», и «Сталкеры». И, ну, видите, жизнь сама выбирает спектакли иногда. Мы можем предполагать, а все там где-то решается. Насыпайте, я вам тут ложечек взяла. Тут большая, маленькая, вилка. Как что надо, насыпайте. Давайте пить чай. «Замена» обернулась настоящим триумфом. На ежедневном обсуждении просмотренных пьес критики не жалели восторженных эпитетов. Снимаю шляпу перед театром «Золотые ворота» и перед работой всего вашего коллектива, начиная с режиссера. Точная, тонкая режиссура, продуманная до деталей. Я дорожу тем, и я был счастлив, что я пережил какое-то вот для меня сильное потрясение, переживая с этими героями. Екатерина Аверкова, в свое время работавшая в Могилеве, привезла детскую сказку «Три короля» немецкого театра «Зеленый соус». Восьмой контакт кого-то шокировал, кого-то привел в восторг. Известный в Беларуси своими яркими постановками режиссер Евгений Корняк привез интервью с ведьмами по собственной пьесе. Вы умеете быть как птичка? А вы умеете быть как птичка? Нет. А я умею. Но не буду. Но у нас будет шабаш. Это ведьмы, у нас будет трэш. Надеюсь, половина зала убежит в страхе.
не досмотрит спектакль до конца, но привезли хорошее настроение. С каждым новым днем я все хорошела и хорошела. Болгарский театр «Кредо» – одни из любимцев могилевчан. Гоголевскую «Шинель» болгары подали с минимальным количеством реквизита и максимальным уровнем актерского мастерства. Давай заловим капканы в реке! Ну, всякие пожары! Могилевский драматический театр представил спектакль польского драматурга Игнатия Виткевича «В маленькой усадьбе». Не мешайте мне! Я начал писать! Виткевича очень сложно ставить. И даже в Польше была такая поговорка, да, что режиссер только тогда считается режиссером, когда поставил Виткевича. До этого он мог ставить разные авторы, как бы как лакмус такой проверки. Проверку могилевчане прошли. Здесь и зрители, и критики сошлись во мнении. В постановке признанного мастера Могилев представил высокий стиль и своеобразный мастер-класс для молодых режиссеров. «Одиннадцатый контакт» – моноспектакль режиссера и актера Ары Геворгяна из Армении. Вот идет, дым идет. Курите, курите. Сейчас становится... Грязно! Активное участие зала, то есть игра с залом. Ну, честно говоря, первый раз это так настолько близко. Ревность Гомельского молодежного театра о ревности к автомобилю. Машины с разными характерами и темпераментами. Тема, близкая для зрителя. «Тринадцатый контакт» – еще одна постановка с субтитрами. Комедия абсурда «Лысая певица» Кишиневского театра имени Эжена Ионеско. «Иллюзии» на малой сцене драматического представила минская режиссер и актриса Татьяна Троянович. Искренний разговор глаза в глаза. «Ничто не способно нас выдернуть из ямы собственного эгоизма, кроме любви. Любовь заставила меня поднять свою голову и посмотреть на себя со стороны». «Жизнь за царя» театра «Ди Капуа» из Санкт-Петербурга в антураже музея этнографии перед публикой предстали народовольцы, искреннее, пугающее, вызывающее сочувствие. Еще один спектакль по Горькому на «Март Контакте» Васса Московского «Видогонь театра». Последний день форума был самым музыкальным из семи. В концертном зале «Могилев» театр «Балет Москва», а в театре «Кукол» Клайпедский молодежный театр с историей ботинок. И закрывал международный театральный форум экшн-мюзикл «Собаки Якудза» Ростовского-на-Дону академического молодежного театра. На протяжении форума многие спектакли шли параллельно. Театральные критики просто не успевали осмотреть все постановки. Потому конкурса не было, а следовательно и официальных победителей не называли. Тем не менее, фавориты «Мартконтакта» были названы во время лаборатории молодых критиков. Игорь Казаков «На дне», «Жизнь за царя» чаще всего повторяется. «Васса» повторяется. Вот эти три спектакля, я думаю, что между ними будет такая борьба. Лучший молодой режиссер – это Стас Жирков с Киева, с Украины, Игорь Казаков «На дне» и Евгений Корняк. Эксперименты и острые темы «Мартконтакт» 2016 еще долго будет будоражить и вызывать полемику. И рождать новые смыслы и новые имена современного театра.